Здравствуйте, всем привет, друзья, вы на канале Sales Optimus. Сегодня мы обозреваем вторую часть моих петард на Новый год 2024. Итак, давайте начнем с вот этой большой бенгальской свечи. Здесь три штуки бенгальской свечи от компании Super Salute. Вот такая вот упаковочка. Три цвета. Это зеленый, золотой и красный. Сама бенгальская свеча выглядит вот так. Длина ее 400 миллиметров. Вот она начинается. И вот такая длина. Ну, очень большая. Очень большая, длинная и долгая. Так что три цвета. Классная штука. Если что, приобретайте, заказывайте. Дальше взял я вот такие стробы и бах, то есть вспых, 6 штук от русского фейерверка. В комплекте 6 штучек таких. То есть будет стробоскоп играть, потом в конце бахает. Прикольно, я думаю, будет. Надо посмотреть, все будет в тестах. Взял вот такие вот Корсары 3 от Super Salute. Вот так вот она выглядит. Сама петарда. Кстати, по размерам точно такая же, как и от русского фейерверка. Бамбух. Вот здесь 6 штук в упаковочке. Такая же петарда. Но здесь 3 баха, а вот здесь 2 баха идет сразу. Дальше дикие пчелы от русской пиротехники. Вот такие вот. Жуки от русской пиротехники, улетный жук. Потом от Super Salute Корсар 4, 2 упаковки по 12 штук идет. Вот такой у нас Корсарчик 4. Но и это еще не все. Все будет в третьей части, ребят. Так что подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте, делитесь с друзьями в социальных сетях этим видео. Всем удачи, всем пока, с наступающим вас!